Для того, чтобы быть счастливым, важно выбрать в жизни свой правильный ориентир, отметил помощник президента, инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, общаясь сегодня с учащимися Ивацевичского аграрного колледжа. Помощник президента Валерий Вакульчик умеет и любит общаться с молодежью. А потому и темы для разговора находят самые разносторонние. В Ивацевичском аграрном колледже диалог шел об истории развития Беларуси, о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о современном курсе развития страны и что сейчас особенно актуально о предстоящих выборах президента. Во время общения молодежь не оставалась безразличной. Это важный аспект взаимодействия. Интересовали молодых людей примеры из личной жизни спикера. На свои вопросы они получали искренние ответы, а порой и отеческие наставления. Необходимость таких встреч диктует время, отметил Валерий Вакульчик. Для того, чтобы понимать друг друга, для того, чтобы слышать друг друга, для того, чтобы помочь молодежи сориентироваться в этом многообразии информации, в сложных условиях, для того, чтобы эта молодежь была правильно настроена, была хозяевами своей судьбы на своей земле. Очень приятно было узнать, наверное, о том, что происходит сейчас в нашей стране, о ее проблемах, ну и, в принципе, о многом. Очень приятно было узнать еще про нашего президента, о том, какой он человек в личной жизни, не только, собственно, в работе. В завершении встречи Валерий Вакульчик поблагодарил учащихся за интересный диалог и дал совет выбрать в жизни правильные ориентиры, чтобы быть счастливыми и быть хозяевами на своей земле.